皆さんこんにちは。今年のアニメフェスティバルに相変わらずいろんな都市からコスプレイヤーさんたちがやってきました。コスプレイヤーにいろいろ質問してみました。А давно вы ходите на фестивале японской анимации в Воронеже? Начиная с 15 года. Это ваш уже, наверное, не первый косплей, да? Конечно, не первый. Очень красиво. Какого персонажа вы косплеите? Это принцесса Аи. По манге? Да. А это первый ваш косплей? Нет, это... А вы из Воронежа? Просто к нам приезжать много. А какие еще вы косплеили персонажи или аниме? Из аниме или вообще? Вообще. Вообще я в основном делаю по играм. Dota 2, Diablo, League of Legends. Еще из мультфильма Аватар мне очень нравится. У меня там целый набор косплея оттуда. Спасибо. Рода Мацу-Мацу, но... А почему именно этот персонаж? Мне кажется, мы с ним очень похожи характером, как сказать, наши личности похожи. И мне он очень нравится, он очень милый персонаж, самый такой сладенький из всех братьев. И, конечно же, мне нравятся связанные с ним шуточки, приколы, свои фишки. А это ваше любимое аниме, Мацу-Мацу-сан? Это одно из моих любимых аниме. Одно время я просто фанатела от него. Времена поменялись, но мечта осталась сделать косплей на этого персонажа, чем я сейчас и занимаюсь. А каких персонажей и откуда вы косплеите? Это персонажи Романа Бавсуева, это такой достаточно известный художник, который создал целую вселенную, наверное, создал персонажей русских сказок, давно нам знакомы, боевым образом. Наши персонажи, вот Финист Ясный Сокол рядом со мной стоит. Вот. Я персонаж, к сожалению, без сказки, такой немножко выдуманный. Это Елена Кощеевна Премудрая, дочка известных родителей, скажем так. Вот. Ну, собственно, ведьма, глава Шабаша по задумке автора. Кто-нибудь, может быть, когда-нибудь даже не сказки. Ух ты, интересно. А вот вы раздаете какие-то флаеры, вы еще какому-то, наверное, косплей-бенду принадлежите или что-то у вас? Знаете, мы не совсем косплей-бенд, у нас в составе команды 6 человек по артам. К сожалению, сейчас не все с нами. Это воронежский проект, в котором задействованы мастера. То есть у нас есть известный видмейкер Надежда Колотила. Есть люди, которые первый раз вообще в косплее пришли. И, собственно, в этом году было первый раз на сцене в Граде. В принципе, я думаю, что проект будет жить. У нас появляется все больше и больше желающих сделать персонажей, в том числе известные косплееры. И мы хотим привести авторов в Воронеж на фестиваль Верф, который как раз-таки будет проходить в сентябре, 9 сентября в Воронеже. Мы надеемся, что это будет конкурсный фестиваль. Собственно, организаторы Воронежского феста эту идею поддерживают, поэтому я думаю, что у нас все получится. Спасибо большое. А что насчет аниме? Вы косплеили когда-нибудь персонажей из аниме? Мне кажется, все косплееры начинали с аниме. Вот, это просто первый его косплей-костюм сейчас, он сразу в сказки ушел. Я в свое время косплеила Учикибьяку из Брича, Триплексоголик, Чихару Юка. Ну, в общем, прошлое мое, оно анимешное. Сейчас больше это игры, ну, что-то такое с крафтом. Фэнтезийное, да? А какое ваше любимое аниме? На самом деле, Триплексоголик. Я не знаю, почему до сих пор, уже много лет прошло, питаю очень теплые чувства к персонажу. Наверное, она вот какая-то... Да, вечерами мы все равно смотрим One Piece. Спасибо. А каких персонажей вы косплеите? Из какого аниме? Я Виктор Никифоров из аниме «Юрий на льду». А вы? Мы, в принципе, оба из аниме. Да, я Крис.
Это ваше любимое аниме? Нет, за последние полгода, наверное. Да. Это просто очень хорошее аниме. Я бы так сказал. А давно вы участвуете в косплее? Первый раз. Я с 11 года. А кого еще до этого косплеили? До этого косплеил персонажей, которых уже не хочу вспоминать, можно сказать, персонажей. А вы из Воронежа? Я из Воронежа. А я из Питера. А у вас в Питере часто проводятся фесты? Ну, у нас есть Комик-Кон. Ну да, у нас дофига фестивалей разных. Хорошо. А какое ваше любимое аниме? Например, у меня сейчас нет определенного любимого аниме. У меня сейчас штук 10 аниме, которые я прям активно смотрю. Ну, в основном сейчас я слежу за аниме «Берсерк» новый. Ой, я тоже его смотрю. Вот, как раз второй сезон «Берсерка». Очень хороший аниме, всем советую смотреть. Но про рисовку там дурацкий. Да нет, нормально. А вы знаете что-нибудь по-японски? Аригато. Конничива. А я не буду ничего. Это все мои слова. Хорошо. Спасибо большое. ということで、今回はロシアのコスプレイヤーさんたちにインタビューしてみました。この動画を見てくれてありがとうございました。チャンネルに登録してくださいね。